السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья и сестры. الحمد لله сегодняшний наш эфир مع القرآن في رمضان вместе с Кораном в месяц Рамадан. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы дал нам благодать, баракат из того, что мы слышим, и чтобы Аллах Субханаху ва Тааля дал нам всем возможность совершать благие дела посредством того, что мы берем. Сегодняшняя сура, тафсир из сура Аль-Фуркан, 25-я сура Священного Корана. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля во многих аятах Субханаху ва Тааля описывает, какое должно быть сегодняшний аят, и связано с поведением верующих рабов Аллаха Субхану ва Тааля, с ахлаком, с ахлакият. Аллах Субхану ва Тааля описывает, какой нрав, какое поведение, какие действия должны быть верующих в сурат Аль-Му'минун, «Кад афляха Аль-Му'минун». Также Аллах Субхану ва Тааля описывает в других сурах. Но сегодня мы возьмем последние аяты с 63-го аята по 77-й аят сура Аль-Фуркан. Так называется «Айбаду Рахман» – «Рабы милостивого Аллаха Субхану ва Тааля». Поэтому здесь аятов много, мы сейчас, чтобы время как бы наше не тратить, не будем, как мы обычно делаем, читаем, потом мы уже переходим к тафсиру, а аят за аятом будем читать, иншаллах, и делать тафсир мухтасар, краткий тафсир этих аятов. Аллах Субхану ва Тааля сказал в 63-м аяте «Астаиду билля». وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن ربي милостивого Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля именно сказал, не сказал عباد الله ربي Аллаха Субхану ва Тааля, а именно сказал عباد الرحمن ربي милостивого. У Аллаха Субхану ва Тааля есть имена и качества. 99 имен, которые вы знаете, иншаллах, которые читаете, с которыми познакомились, читая Коран, читая Сунну Посланника Аллаха, изучая Сунну Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал «рабы милостивого». Почему «рабы милостивого»? Потому что, как говорят ученые, после этого мы видим, то есть если раб Аллаха Субхану ва Тааля будет таковым, он увидит милость, которую Аллах Субхану ва Тааля ему даст. В конце этой суры мы поймем, что за милость Аллаха Субхану ва Тааля, воздаяние в качестве милости Всевышнего Создателя Субхану ва Тааля, если раб вел себя так, как подобает этим аятам. Рахман – это одно из имен Аллаха Субхану ва Тааля. Как мы уже до этого говорили, когда делали тафсир сурат Аль-Фатиха, Рахман – это именно имя Аллаха Субхану ва Тааля, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля избрал только для себя. То есть никого нельзя назвать Ар-Рахман, никого нельзя назвать Рахман, можно назвать Рахим, как Аллах Субхану ва Тааля описывал пророку Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ва кана биль муминина рахима. То есть он по отношению к верующим был рахима, милосердным. Но Ар-Рахман, милостивый, это только касается Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И что касательно Рахман, милости Аллаха Субхану ва Тааля, мы до этого с вами разговаривали о милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и она покрывает все, и она безгранична. Мы сейчас не будем говорить про милость, потому что до этого мы разбирали и говорили про милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Сейчас будем говорить про сифаты, про именно качества, кто же такие рабы, истинные рабы милости Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ибаду Рахмани ладзина ямшуна аля ал-ард-и хауна». Первое их качество – это те, которые смиренно ходят по земле Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому даже такая есть поговорка у арабов: если ты хочешь проверить мужчину, узнать, мужчина он или нет, посмотри на его походку. Какая его походка? То есть его походка должна быть… Также Аллах Субхану ва Тааля касательно верующих говорит, то есть, во-первых, айбад, рабы, мы все рабы Аллаха Субхану ва Тааля. И это великая милость для нас, именно великий почет, то, что мы рабы. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Фабашшир ибад», обрадуй моих рабов, «аллазина йастамиуна аль-каула файаттабиуна ахсана», это те рабы, которые слушают все, что говорится, и берут самое лучшее. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва кул ли ибади якулу аллази хи ахсан», скажи моим рабам, пускай они говорят только все лучше. И именно вот эта походка у рабов милости в Аллаха Субхану ва Тааля, она должна быть смиренной. Такая
простая походка, мутавадиа, то есть не должна быть высокомерная походка, как у некоторых, да, там бывает такое, даже, ну, как это в шутку сказано, человек, когда на должности одной работал, чуть-чуть поднялся, у него уже другая походка стала. Нет, рабы милостивы не такие. Рабы Аллаха, субхану ва тааля, при любом положении у них одна походка. У них смиренная походка, у них простая, обычная походка. Как Аллах, субхану ва тааля, в другом аяте, в сурат Лукман говорит, наставляли Лукмана своему сыну ваксид фи машик. То есть смотри за своей походкой, пусть твоя походка будет серединная, то есть она будет простой, спокойной. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Байнама раджуль мимман кана каблякум ямши». То есть до вас, обращаясь к сахабам, до вас был такой мужчина, то есть до умам сабика в предыдущих общинах, до общины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он ходил такой походкой, «Туджибу нафса», которая, то есть сам, «Иджабу нафса» — это одно из качеств, которое порицается, когда человек сам себя любит. То есть имеется в виду, то есть восхищается собой. И вот такой был человек, говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, собой восхищался. И ходил такой походкой, он восхищался своей походкой. «Ид хасаф Аллаху бихил ард». Аллах, субхану ва тааля, провалил его под землю. «Ва хуа йатаджаджалу фиха иля йаумил кияма». И он там под землей до судного дня пребывает в таком положении. Поэтому аль-му'мин, верующий, человек, он ходит простой походкой. Какое бы его положение ни было в обществе, на какой бы работе он ни работал, какое бы состояние у него ни было, он должен ходить как мужчина. Он должен ходить спокойной походкой, улыбаться, здороваться, салям давать, не ходить там вот так вот, астагфируллах, непонятно, он человек или кого-то с небес спустился. Он должен себя вести спокойно всегда. Как Аиша, радиаллаху анха, ей показали на одного человека, кана ямши машьатан майта, то есть он ходил мертвой походкой, то есть такой чересчур спокойной такой походкой, шел бильгуду. И тогда спросила она, что это за такая мертвая походка, почему он так, то есть не как все ходят. На что сказали ему ей, «Индаху мин курра», это из чтец Кур'ана. То есть один какой-то такой из великих чтецов Кур'ана. То есть, к сожалению, когда ты видишь, смотришь, иногда бывает, да, к наши братья, встречаешься там в разных странах или здесь там, астагфурла, астагфурла, «Я хафид Кур'ана», «Я весь Кур'ан наизусть знаю», и там как будто все ему должны кланяться. Хамдри, для чего выучил Коран? Для того, чтобы тебе, на тебя сказали, что ты выучил Коран, что ты чтец. Поэтому то здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, первого, кого выкинут в ад в судный день, это троих. Один из них чтец Корана, Кари или Коран. И тогда я хафид Коран, весь Коран, который он знал. Тогда он скажет, ангел ему скажет, почему ты выучил Коран? Для чего ты выучил Коран? Что он ответит Аллаху, хафиду, «Ливаджика аль-Карими Аллах». «Я выучил ради тебя, о Аллах». Тогда Аллах, субхану ва тааля, скажет, «Казибта, ты обманщик, обманываешь ты». «Ва такулю аль-Малаика казибта». И ангелы скажут, «Ты обманываешь». «Иннама хафизаху ли юкаль фулян кари». «Ты его выучил для того, чтобы сказали такой-то, такой-то чтец Кур'ана». И часто встречаешь таких людей, которые, вот я выучил там Кур'ан, я там знаю, там столько там и шариаты, и ходит такой, как будто все ему должны кланяться. Для чего ты выучил? Не ради Аллаха, субхану ва тааля, ты выучил это. И вот во время Аиши, радиаллаху анха, Аиша, когда увидела, что такой человек идет такой необычной походкой, высокомерной походкой, майта, то есть такая, как говорят, походка мертвого человека, чересчур спокойная, не как у всех, хотел отличиться человек. И тогда спросил, кто это такой? Аиша говорит, кто это такой? Сказал, это мин курра, это из часов Кур'ана. На что она сказала, рахималлаху Умар, пусть Аллах смилился над Умаром, Умар ибн Хаттаба. Кана валлахи мин шуюхин курра, клянусь Аллахом, он был из шейхов курра. Из шейхов часов Кур'ана. Когда он шел, он быстро шел. Если что-то говорил, все его слушали. Если бил, то бил больно. Боль чувствовалась. Сказал, в этом человеке есть походка рия, показухи. Поэтому, субханаллах, вот Аллах, субхану ва тааля, говорит, походка верующая, она должна быть смиренная. Как у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, она не была совсем быстрой и не была совсем мертвой. То есть спокойно должен обычно ходить, не менять свою походку верующий человек. После этого Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Если к ним, к верующим, обращается невежда, джахиль, невежда, то они говорят, мир вам, салям, саламу алейкум. Как говорится, إِذَا نَتَقَ سَفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ وَخَيْرُ مِنْ إِجَابَتِهِ سُكُوتُ. То есть, как, если к тебе глупец что-то обращается и хочет с тобой ругаться, не отвечай ему. И самый лучший ответ ему — это молчание. Такая
мудрая поговорка у арабов. И также говорят, «Идаль кальбу янбах, фаля танбах алейх». Если вдруг пес, собака на тебя лает, не лай на собаку. Как часто встречается, да, когда человек любит, такие бывают конфликтные люди. И вот Аллах Субхану Тааля учит нас. Всевышний Создатель учит, как себя вести в такие ситуации. Кто-то тебя провоцирует на скандал, с тобой хочет поругаться, он на тебя лает, как собака, да, то в этот момент не надо на него лаять, не нужно на их дорожать отпускаться. Говорите салям. Самый лучший ответ – молчать. Саляму алейкум. Такая была история во время Абу Бакр. Абу Бакр, радаллаху анху, саббаху раджуль. Один из мужчин начал ругаться с Абу Бакром, радаллаху анху. Абу Бакр, радаллаху анху, первый правитель, халиф. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, описывая иман Абу Бакра, сказал, если вудыа иман Аби Бакр фи кифа, если у Абу Бакра, радаллаху анху, его иман положить в одну чашу весов, и всех остальных в другую чашу весов, иман Абу Бакра то есть станет тяжелее, перевесит. И тогда он начал ему что-то говорить, и Абу Бакр, радаллаху анху, не обращал внимания на него. На что он хотел, чтобы он обратил внимание, он говорит, ияка а'ни, тебе я имею в виду, Абу Бакр, тебе я говорю эти слова. Абу Бакр, радаллаху анху, сказал, «Ва'анка у'арид, от тебя же они вышли. То есть ты мне чем навредишь? Вот это все плохое, то, что выходит не от меня, от тебя. Ты мне говоришь, я знаю, что ты мне говоришь», Абу Бакр, радаллаху анху, сказал. «Ну, от тебя же вышло, не от меня». Тогда он не знал, как его спровоцировать, сказал, «Валлахи ля асуббаннака саббан ядхулу ма'акал кабр». То есть я тебя, валлахи, так поругаю, он говорит Абу Бакру, что это вот эти слова вместе с тобой в могилу зайдут. То есть имеется в виду, я постоянно про тебя люди будут так говорить. То есть я тебя так как бы оскорблю. А что Абу Бакр, радаллаху анху, сказал, «Инна ма ядхулу ма'ак, ля ма'ай». С тобой эти слова зайдут в могилу, не со мной. Ты же это говоришь. То есть опять он не знает, как его вывести из себя. И сказал ему Абу Бакру, «Ин культа ли калиматан, сатасмау минни ашара калимат». Если ты мне сейчас еще одно слово скажешь, говорит Абу Бакру, то ты от меня услышишь 10 слов в ответ тебе. А что Абу Бакр, радаллаху, вот эти люди имана, вот эти верующие истины. Абу Бакр, радаллаху анху, сказал, «Валлахи, ин культа ли ашара калимат, лан тасмау минни калимат». Клянусь Аллахом, если ты мне скажешь 10 слов плохих, от меня ни одного слова не услышишь в ответ. То есть аль-му'мин, верующий, не опускается на их уровень. Верующий, ассаляму алейкум, зачем опускаться, когда собаки лают, зачем на них лаять тоже в ответ? Если какой-то ахмак, какой-то глупец себе что-то говорит, то поэтому, это не только, уважаемые братья и сестры, во время конфликта, если даже смс-ка пришла, или вот сейчас у каждого там инстаграм есть, там разные есть люди, хорошие что-то пишут, кто-то плохой, надо легко относиться к этому. Не надо отвечать, не нужно свое время тратить на это. Или там тебе позвонили, или смс какой отправили, или кто-то тебе передал слова, что такой-то про тебя так сказал. Саляму алейкум. Не нужно на их уровень опускаться в онлайн. Лучше благим делом в это время заняться. Поэтому, если вот так, с таким мы столкнемся с вами, уважаемые братья и сестры, там, или в смс-ке прочитаем, или там в инстаграме нам что-то напишет, или там еще что-то, мы в этот момент должны быть айбаду рахман, рабами милостивого Аллаха, субхану ва тааля. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит, и Аллах, субхану ва тааля, знает все. И все, что будет, и все, что было. И если было бы по-другому, как бы это было, все, Аллах Субхану Тааля, ему все известно. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, если джахили, невежды, к ним обращаешься, он говорит, верующий, искренне верующий, говорит, саляму алейкум. У тебя свой путь, у меня свой путь. После этого Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Опять описание рабов милости Аллаха. Это те, которые свои ночи проводят в земных поклонах и в поясных. То есть, имеется в виду, молятся по ночам. То есть, когда наступает ночь, и человек просыпается, он хочет встретиться с любимым своим, Аллахом, субхану ва тааля. Встает, берет омовение, и берет коврик, ищет направление кибля и общается через молитву, обращается к Аллаху, субхану ва тааля. И всегда говорит, о Аллах, ты же нам риск даешь, ты нас ведешь прямым путем, ты шифа даешь больным, я у тебя прошу все это, дай шифа больным, дай нам риск, отдали от нас все плохое. Просит за уму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому из не только в фардах намазов, пятикратно намазе, да, но еще помимо этого дополнительные молитвы читает. И самый лучший из дополнительных молитв это витр, намаз витр. Поэтому мы как в Рамадане его читаем, так и вне Рамадана. Должны постоянно читать эту молитву. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Аллаху витр, юхиббу витра». Аллах нечетный. Витр переводится нечетный. Аллах нечетный и любит все нечетное. Иншаллах, даже вне Рамадан, если мы прочитали айша намаз, самое меньше это один ракаат витр. Но обычно мы три читаем, да?
самое меньше один ракат. Если мы прочитаем, инша Аллах, Аллах запишет нас из Куам Лейль, из тех, кто выставит ночные молитвы. Поэтому, как сказано, قيل لابن قيم ابن قيم сказал لما نرى في قوام الليل نورا في وجوههم. Почему мы видим нур, свет в лицах тех, которые выставят ночные молитвы, читают тахаджуд, намаз? На что он ответил: خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. Они остались наедине со своим Господом, с Аллахом, и Аллах надел на них свет из своего света, нур из своего нура. Аллах осветил их своим нуром. Поэтому, кто устает ночной молитвой, в его лице можно увидеть нур. Даже мы с вами, братья и сестры, когда общаемся с кем-то, да, можно по лицу как-то прочитать, человек молится или нет. Есть некий такой нур, который Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Симахум фи вуджухим мин атари суджуд». В их лицах от того, что они много делают земные поклоны, есть следы. Аллах Субхану ва Тааля дает это. «Каля Ма'мар». «Ма'мар» сказал: «Саллейту л'иша бимезджини биджаниби Сулейман ат-Тамим». В один день я прочитал ночную молитву «Иша». Рядом в мечети, после того, как закончился Айша, после этого Сулейман Тамими, он читал молитву. То есть это, может быть, тахаджуд намаз, может быть, было два ракета, сунна, Аллаху алим. Но после фарда, после Айша. Я стоял рядом с ним. И потом, фафтаха би табарак, он начал читать сурату аль-мульк, табарак, аль-лази бейдихи аль-мульк. И дошел до аята, фалямма раауху зульфатан сиат вуджуху аль-лазина кафару. Дошел до аята, это почти в конце этой суры. И когда они, то есть неверующие, встретятся, увидят вблизи наказание Всевышнего, их лица станут мрачными. И начал плакать. Сулейман ат-Тамими начал плакать. Тогда Ма'мар сказал, то есть, я, говорит, слушал, стоял, говорит, его, как он опять повторяет это аяты, этот же ая. Он опять начал плакать. Потом я ушел из мечети и пришел на утреннюю молитву в эту мечеть, чтобы сказать «Адан». Я застал Сулейман ат-Тамими, на этом же аяте он стоял и плакал. Вот так они выстаивали ночные молитвы. «Кану ятакаррабуни иля Аллахи бихадзи салат». То есть они приближались к Аллаху через эту молитву. Аллах Субхану ва Тааля обращается ночью. «Ман ядуни фа астаджибу лах, ман ястагфируни фа агфиру лах, ман ясалуни». То есть Аллах Субхану ва Тааля обращается. Кто просит дуа, я отвечу на его дуа. Сейчас ночи, да? Мы, альхамдулиллах, просим Аллах Субхану ва Тааля дуа. Кто просит прощения, я прощу его. То есть у кого какая любая просьба есть, я отвечу. Неужто мы с вами не нуждаемся в Аллахе Субхану ва Тааля? Если раб не будет показывать свою нищету и нужду в Аллахе, то он ля шей, он ничто. Мы все нуждаемся. «Я юханнас, антумуль фукарау иля Аллах». Аллах Субхану ва Тааля говорит: «О, люди, вы нуждаетесь в Аллахе». За умму посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, просить. За близких, за детей, за родственников. За, чтобы Аллах укрепил нас, чтобы, как мы сейчас поклоняемся Аллаху, чтобы всю жизнь также поклонялись. Мы не знаем, на чем закончится наша жизнь. Чтобы на благих делах, альхамдуля, наша жизнь именно закончилась. Вот так вот мы должны выстраивать ночные молитвы. Это из качеств рабов милости Аллаха, Субхану ва Тааля. Дальше Аллах, Субхану ва Тааля, говорит, какие их качества. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Это те рабы милости у Аллаха Субхану ва Тааля, которые просят у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он их сберег, спас от наказания ада. Именно наказание ада Всевышний говорит «гарама». «Гарама» – постоянное. То есть «гарама» в арабском языке говорится, например, человек кому-то должен деньги, и тот, кому он должен, всегда за ним наблюдает, то есть всегда за ним ходит. То есть выходит он из дома: «А когда ты мне вернешь долг?» Он идет там на работу, он его там встречает: «Когда ты мне вернешь долг?» Постоянно ему напоминает о долге, то, что он должен вернуть этот долг. Вот про этого человека должника говорят «гарим». Гарим, то есть он привязанный. То есть где, куда бы ни шел, видит этого человека, тому, которого он должен отдать. Поэтому тоже Аллах здесь описал ад гарама, то есть привязанный. Постоянно он наказание. То есть не просто там как день-два, там, да, там. Постоянное наказание. Поэтому, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, описывает наказание ада, пускай Аллах всех убережет нас от наказания ада и ведет в райскую обитель без спроса. Аннар дуафат бисабаина дуафа. Он сказал то, что боль вот эта,
огонь ада в 70 раз сильнее, в 70 раз сильнее, чем огонь этой жизни. Тогда один из мужчин сказал, если бы Аллах Субхану ва Тааля оставил бы в аду только огонь, который в этой дуне, это бы и так было больно, достаточно. На что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля валлах, нет, говорит, валлахи, в 70 раз оно больнее и горячее. Ад, вот этот огонь ада. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля описывал ад, огонь. Он сказал, Субхану ва Тааля, в сурат Аль-Вакия, инна джаальнаха тазкира. Мы сделали огонь в этой жизни для того, чтобы как напоминание. То есть человек, если обжегся там об самовар или об уголечек, он тут сразу что больным становится. И он бывает о большие ожоги, бывает даже маленькие ожоги. И вот это тезкира, чтобы человек понял, что такой-то путь приведет к этому, как напоминание. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Мэн саэль Аллаху ль-джанната саляс». Кто у Аллаха три раза, когда дуа делаем, у Аллаха просим рай, по сунне три раза просить рай. Кто три раза попросит у Аллаха, субхану таля, рай, قالت الجنة اللهم ربي أدخله الجنة рай тогда скажет о Аллах веди этого раба в рай ومن استعاذ من النار ثلاث и кто три раза у Аллаха попросит убежище спасение от ада ад скажет قالت نار скажет огонь اللهم أعذه من النار о Аллах освободи его от огня Всевышний Аллах سبحانه وتعالى говорит إنها ساءت مستقرة ومقامة то есть место пребывания в аду это самое худшее место которое может быть Самое-самое худшее место. Как-нибудь мы делали лекцию одну про рай, как-то отдельно сделаем лекцию про ад. Сейчас не будем описывать, когда двери ада закрыты. Сейчас не будем описывать ад. Сначала в другое время расскажем про джаханнам. И дабы было напоминание, дабы мы страшились этого наказания. Дальше Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит... والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Описание верующих рабов Аллаха это те, которые когда дают на пути Всевышнего, анфаку, то есть которые нафака, то есть тратят на пути Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Лам юсрифу ва лам яктуру. То есть они не делают исраф, ва лам яктуру и совсем, то есть имеется в виду из этого аята, много совсем все не отдают. И тоже как бы к себе, как бы у себя все не оставляют. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُدْهَا كُلَّ الْبَسْطِ То есть не делай свою руку привязанной к своему горлу. То есть имеется в виду, не будь скупым. وَلَا تَبْسُدْهَا كُلَّ الْبَسْطِ И полностью ее не распространяй. То есть все, что у тебя есть, не отдавай. Поэтому из сунны, и из овощей, из тавазуна, то есть понимание вот этого васатия, именно серединные, вот эта золотая середина, Это что? Это, альхамдулиллях, это неправильно будет, если, например, все богатство, которое ты есть, ты проснулся, у тебя есть семья, у тебя есть дети, ты все отдал только, там, скажем, садака. Не, часть ты отдаешь садака, часть ты тратишь на семью, часть ты на себя тратишь. Вот такое должна быть умеренность в этом. Поэтому у пророка Мухаммад, часть ты должен оставить, чтобы, там, как говорится, там, на черный день, чтобы запас какой-то был. И такое было у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он запасался едой, то, что ему то, что ему на год хватало из еды, чтобы завтра мы не проснулись и не стояли там по прошайкам, у меня нету нечего кушать и так далее. То есть именно для чего? Для того, чтобы была во всем умеренность. Для того, чтобы была во всем умеренность. То есть чтобы все полностью не отдали и также не были скупыми. Чтобы давали на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля установил 2,5% заката и так далее. Помилился Аллах Субхану, 2,5% это небольшой процент. Также садака. Ума аля аль-мухсирина мин сабиль. Мухсин, тот, кто помогает, нельзя ему там говорить, столько помочь или столько. По своей возможности, сколько он видит, сколько он смотрит, сколько. Поэтому, альхамдулля. Конечно, опять же, по своему иману, то есть Абу Бакр радиллаху анху, он все отдал на пути Аллаха. Умар радиллаху анху, половину своего богатства отдал. Но это единицы таких людей, которые это, вот это все как бы так смогут себя вести. Поэтому, если то есть брать высоты, если брать середину, дабы быть из рабов милости Аллаха Субхану ва Тааля, и не сбиться с пути, и, альхамдулилля, придерживаться правильного пути, то мы должны помогать, у кого есть возможность, давать обязательно садака, давать обязательно закат. Но также все, что есть, все не отдавать. Почему? Потому что что-то, какую-то часть оставлять для семьи, оставлять для близких, родственников и так далее. После этого Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, говорит,
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Описание – это те, которые вместе с Аллахом не взывают иного Господа. Ширк. Ширк – это мин а'зам зунуб. Самый большой грех, который есть – это ширк. Предавать Аллаху Субхану ва Та'аля сотоварища. Как передается в хадисе от имама Бухари, от Ибн Мас'уда, радиаллаху анху, который приводит имам Бухари, когда спросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Айю зенбин а'зам?» Какой самый великий грех? На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ан таджа'аля лиллахи ниддан, ва хуа халакак». Это тот грех. Ты знаешь, что тебя сотворил Аллах, а ты ему предаешься, товарищ. Зная, что тебя сотворил Всевышний, ты предаешь ему сотоварища. Это самый великий грех. Грех. Аллах Субхану ва Та'аля говорит, «Инна Аллаха ла ягфиру айюшрака бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Аллах не прощает, когда ему человек предает сотоварища. А все остальное прощает, кому пожелает. Иногда, уважаемые братья и сестры, на тему ширка мы как-нибудь отдельно тоже пообщаемся. Иногда человек по незнанию делает какие-то ширки, какие-то там амулеты себе привязывает, думает, что это ему поможет, обереги и там делает. И полагается не на Аллаха, а на это. Или там бывает такое, иногда заходишь кому-то, может быть, вы встречали там на рынке особенно, смотришь, там висит глаз такой, чтобы там, для чего это висит, чтобы не сглазили, он оберегает там. Там стоит какая-то картина, там аятуль курси написано, и тут же какая-то жаба стоит там, или какой-то идол там. Это ширк. Но понятно, эти люди, они, у них не хватает знаний, но вот это вот, самый великий грех, когда человек предается товарищу. Когда думает, что можно кому-то обращаться, кому-то поклоняться, что кто-то может забрать жизнь, дать шифа, исцеление, забрать твое здоровье помимо Аллаха. Это самый великий грех. Именно для этого Аллах послал посланников, чтобы людей призывали поклонению одному Аллаху, одному Всевышнему Творцу, Создателю. Как Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. В каждую из общин я послал посланника, дабы призывал людей поклоняться одному Аллаху и отзывал от поклонения ат-тагут. Ат-тагут куллю ма убида мин дуни ля. Тагут – это все, что человек сам обожествил, помимо Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. Также Аллах Субхану ва Та'аля говорит, это те, которые «Валя яктулуна нафси лати харрам Аллаху илля бильхак». То есть они не забирают души, то есть не убивают людей без права. Как понять без права? Имеется в виду, есть шариатский суд в исламских странах, там, например, там, если человека, помните, мы в одном эфире говорили, в Саудии, там, если человек убил человека, государство уже решает, кады, именно шариатские, сама суда у нас не бывает, то есть нельзя там самому там взять человека, давай мы себе сейчас шариатский суд устроим, там, руку отрубим за воровство, нет, этого нет, есть для этого закон, и на той стране, в которой ты живешь, обязан придерживаться человек законов этой страны. Вот если в Саудии, например, альхамдулиллах, у нас есть там, не у нас, но есть там, например, закон, там, сейчас не знаю как, но вот когда я учился там, Коран и Сунна был дустурейн, вот это основной дустур. Даже если посмотрите, герб Саудовской Аравии, кто видел, есть флаг, а есть герб, это пальма и два меча вот так вот стоят. Когда я спросил, я говорю, а почему у вас такой вот герб, с чем связан? Он говорит, если кто будет ровно идти, не нарушая каноны, то он будет кушать из фиников и жить. Как бы. А если кто уйдет направо, налево, то есть убьет человека, распространяет наркотики будет там, то у него меч, то есть смертная казнь. И это было еще со времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это имеется в виду по праву, когда судья решает, когда закон решает, когда шариат решает. Самосудов у нас нет в шариате. Если каждый будет судья, тогда будет бардак на земле. Поэтому убийство человека, это является великим грехом. Это является великим грехом. Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля говорит, «Валя яхтулюна нафс». Верующие не убивают души. Аллах не сказал, не убивает верующих или мусульман. Вообще, любого человека. Харам, это запрещено, это из великих грехов перед Всевышним Аллахом Субхану ва Та'аля. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал то, что придет время, «Ва яктуру фихим харч». То есть придет время, когда будет много харджа. Тогда спросили сахабы, «Ума хуа харч, я Расулла, что такое харч?» Посланник Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал, «Аль-катль, убийство, убийство». То есть много, как люди, как, субханаллах, убивают там человека, не задумываясь даже. Такое будет. То есть кровь человека, для него что-то легкое становится. Вот это из великих грехов. «Акбар аль-кабар», то есть из великих грехов перед Всевышним Аллахом, субхану ва та'аля. Первое, за что будет спрошен в судный день, первое, что ауль, за что будет спрошен в судный день, это хукук,
фиддима, именно хак буду забирать за кровь, за жизнь человека. Каждый человек придет с другим человеком, которого убил, и он его приведет и скажет: «Я Рабби сальху фима каталин». «О мой Господь, спроси его, за что он меня убил». Поэтому убийство – это великий грех. «Валя язнун». Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, и они из описания верующих рабов Аллаха, милостивого Аллаха Субхану Тааля, «Ла язнун» – те, кто не совершает зина, те, кто не прелюбодействует. Прелюбодействие – это также великий грех. Как сказано, прелюбодейство – это хатку ситр бейна абди ва рабби. Это человек, когда, то есть, такого вот у него стыда нету перед Богом, перед Аллахом, субханаху, он делает зина, прелюбодейство, он открывает занавес между собой и своим Создателем. То есть, это из великих грехов. Сказано то, что до еще в могильном измерении, до судового дня, зунат, прелюбодеи, прелюбодейки будут в танфиттанур, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в таком тандыре, голыми, там они будут оттуда, хотят выбираться, постоянно будут гореть. Это еще до судного дня, до того, как Аллах их накажет дальше. И оттуда они не смогут выйти. И будут кричать, и плакать, рыдать. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил: «Мэн хум, кто это?» Когда пришел к нему ангел. Он сказал: «Хум аз-зуна». Это те люди, которые совершали прелюбодействие. Поэтому, альхамдулиллах, дозволено никах делать. Но без никаха отношения иметь. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Валь-яду язни, рука делает зина, валь-айну тазни, глаз, аль-яду тазни, рука делает зина, глаз делает зина, если смотрит на харам, на чужие аураты, на женщин, которые не дозволены для него». Также «Валь-риджилю язника» в хадисе сказано, нога тоже делает зина, когда идет на этот путь. «Валь-фарджу имма юсаддику ау юкаддиву». А уже орган или подтверждает это, или опровержает. Поэтому это тоже из великих грехов, и верующие рабы Аллаха не совершают прелюбодействие. Потом Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Юдааф лаху л'азабу йаум л'кияма ва яхлуд фихи мухана, ва ма яфаль залик яль-касама». Кто будет совершать такие поступки, все, что мы с вами перечислили, он будет наказан. «Юдааф лаху л'азабу йаум л'кияма ва яхлуд фихи мухана». Ему в два раза больше будет наказание, то есть увеличится для него наказание в судный день, и он будет там униженным в аду. Илля, потом есть «Илля ман тауба», кроме тех, кто попросили тауба, покаяние. То есть тауба, бабу тауба мафтуха. Бабу тауба мафтуха, то есть дверь тауба просить у Аллаха Субхану ва Тааля открыта постоянно. То есть если человек, в нем какие-то такие были, то есть он был кто-то прелюбодеем, кто-то там такие вот иные поступки совершал, такие грехи, он должен просить у Аллаха Субхану ва Тааля покаяние и не возвращаться на это. Быть садыком. То есть условия, чтобы просить покаяние. Не так, что я прошу покаяния, а завтра думаю, как опять повторить. Нет, я должен полностью, у меня азм, у меня должна быть убежденность, намеренность, цель, что я больше не вернусь к этим грехам. Я оставляю ради Аллаха тебя, ради тебя, я Рабби, я оставляю эти грехи. Должен быть искренним со Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля. Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, говорит: «Илля ман таба ва амана ва амина амалан саниха». А то, кто попросил Аллаха покаяния, уверовал и начал делать благие дела, то есть изменился. «Фа улаика юбаддилу Аллаху сайиатихим хасанат». Вот это и есть милость Аллаха. Этим людям Аллах, Субхану ва Тааля, их грехи заменит на благие дела. Как будто вот эти грехи, которые они совершали, если искренне попросили у Аллаха, Субхану ва Тааля, прощения, покаялись и не возвращались, то тогда они превратятся в благие дела. Аллах поминает. То есть, получается, вот эти грехи, которые он совершал, они не просто аннулировались, а превратились, поменялись на благие дела. Если человек искренне просил Аллаха, Субхану ва Тааля, тауба, это из милости Аллаха, Субхану. Как Аллах милостивый, как Аллах милосердный. Айбаду рахман, рабы милостивы. وكان الله غفور رحيم يا الله прощающий милосердный ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. Тот, кто попросил у Аллаха покаяния и начал делать благие дела, то есть поменял свой образ жизни, да, вот эти харамные вещи, если он совершал, он поменялся, то есть начал делать благие дела, этот человек искренне вернулся ко Всевышнему Аллаху. Дальше Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описывает опять же, какие действия они не совершают, рабы милостивы. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Зур – это лжесвидетельство. Обман, лжесвидетельство. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к сахабам, сказал: «Аля унадбиукум биакбари аль-кабаир». Рассказать ли вам большие великие грехи? Рассказать ли вам о великих грехах? На что сподвижники сказали: «Расскажи нам, посланник Аллаха,
На что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аш-ширку биллах», первое, ширк, предавать Аллаху субхану ва тааля сотоварищи, «ва укуку аль-валидейн», плохое отношение к родителям. И после этого начал говорить: «Ва каулю зур, ва шахадату зур, ва каулю зур, ва шахадату зур, ва каулю зур, ва шахадату зур». Долго-долго, много-много раз повторял. Это лжесвидетельство, лжесвидетельство, лжесвидетельство. На что сподвижники сказали, мы подумали, когда же он остановится. Так начал повторять лжесвидетельство. Поэтому это касается верующих, даже юношей. У нас есть дети, да? Мы должны к своим детям говорить, которые учатся в школе. Там, бывает, если тебя попросит кто-то там, друг или еще что-то там, сказать про этого и такого человека что-то, если требуется твое свидетельство, то надо сказать: сыночек или там доченька, ни в коем случае, если ты это не видел, ты не говори. Ни в коем случае, не, сыночек, доченька, если ты не видел, как он это или это совершал, не лжесвидетельствуй. Это харам. Кафабиль мар и кавибан ан юхаддиса бима самиа. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, достаточно человека назвать обманщиком, если он говорит то, что слушает. Не то, что видит, а то, что слушает. А слова не как сегодняшний день. Даже вот по WhatsApp какая-то информация приходит. Пока мы не удостоверимся, мы не должны ее отвергать. Мы должны удостовериться, достоверна эта информация или нет. Как часто там приходит там хадис или еще что-то, или про ислам какая-то информация. Мы должны удостовериться, посмотреть, есть ли на это основа или нет, чтобы не быть из числа лжесвидетелей. Но если мы должны где-то дать свое свидетельство, и это свидетельство, и мы знаем, что мы говорим, это хак, мы видели, то есть у нас в этом убежденность, и оно должно быть, это наше свидетельство, чтобы не было зульма, чтобы не было притеснения тому-то или иному, то здесь мы не должны скрывать свидетельство. Аллах субхану ва тааля здесь говорит: «Фаля тактуму шахада». Не скрывайте свидетельство. Имейте в виду какое? Если ты убежден, если ты видел, если ты точно знаешь, и оно необходимо тебе, дабы не было притеснения тому или иному, то здесь мы не должны его скрывать. И Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва ида марру биллагви марру кирама». Когда верующие рабы милостиво проходят, бима лагва. Лагва – это то собрание, где люди грешат, где совершают грехи, где распространяется грех. То верующие рабы милостиво, они проходят кирама с почетом. То есть, например, где-то видишь, там матерятся, где-то там идет там распивание алкоголя, там плохие какие-то собрания, где Аллаху субхану ва тааля, где грешат перед Аллахом субхану ва тааля, верующие проходят с честью, с достоинством, не смотрят даже, не обращают внимания на это, не опускается на этот уровень, проходит. Поэтому не заходит на этот маджлис. Запрещено сидеть на том собрании, где распивается алкоголь. Вот часто, как раз, я думаю, уместно будет, задают вопросы. У меня там родственник женится, например, или родственница выходит замуж. Мы сами не пьем, но свадьба алкогольная. Можно ли нам идти туда, если мы не будем пить? Нет, запрещено. Но если для нас делают стол отдельный, не алкогольный, а там другие будут. Нет, ты на одном празднике. Приводит хадис от Умара бин Хаттаба. От Умара бин Хаттаба: «Ман кана юмину биллахи валь яумил ахир, фаля яджлиса аля маидатин юшраб фихи аль-хамр». Тот, кто верит в Аллаха, и в судный день пусть не садится за одну трапезу, где распивается алкоголь. Как будто он вместе с ними пил, даже если он за не столиком сидит. Если понятно, в кафе, если там, например, да, у вас отдельная трапеза, там ты к ним отношения не имеешь. Но если общий какой-то праздник, общее заседание там, и вы сидите там, даже если у вас стол безалкогольный, а ты пришел туда там и сел, то как будто ты тоже пил. Кто верит в Аллаха в судный день, пускай не сидит на этом заседании, где распивается алкоголь. Тогда задается вопрос: а как тогда поддерживать родственные связи? Вот этот родственник, если бы он уважал бы твое мнение и почитал то, что Аллаху поклоняешь, то, что ты не пьешь, он бы никогда бы не сделал такое, даже из уважения к тебе, если бы он тебя уважал бы. Может быть, даже он не заметит, что ты к нему не пришел на свадьбу. А как один имам говорил, вот, а кто обидится? Алкоголики обидятся, потому что ты не пришел. А понимающий человек, верующий, он не обидится, иншалла. Он поймет. Можно пойти там, поздравить там, когда до этого, до того, как они там соберутся, если, чтобы поддержать родственные отношения, да? Ну, на такие мероприятия, где распивается алкоголь, запрещено ходить. После этого Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Когда человеку, верующему Аллаху, напоминает об Аллахе, делают какое-то наставление, насихат,
он не делает себя суммам ва умьяна. Суммам ва умьяна имеется глухонемым, не затыкает уши и не закрывает глаза. Бывают такие люди, то есть во время Нуха, алейхиссалям, когда Нуха, алейхиссалям, в сурате Нух, «Ва инни дауту джихара, тумма аленту лахум асарату лахум исрара». То есть, о Аллах, я постоянно их призывал к пути Аллаха. 950 лет он делал дава. Я разные пути я выбирал. И открытые дава сделал. И тихо говорил. И по отдельности каждому. И когда каждый раз, когда их призывал к твоему пути, во Всевышний Господь, потом после этого уже Аллах послал нам наказание. Говорит, они затыкали уши, накрывали на себя одежду и высокомерность. То есть не хотели слушать слово Аллаха. Поэтому верующий человек из его качества, когда ему напоминает об Аллахе, субхана ва тааля, он не должен затыкать уши, закрывать глаза, а должен слушаться, прислушаться к насихату. Это тот, кто не слушает насихат, наставление, в нем есть что-то из высокомерия. Даже, субханаллах, иногда бываешь, когда общаешься с кем-то на тему религии, кто-то хочет с тобой, вот смотрите, есть два диспута. Диспут один, который приветствуется в исламе, чтобы достичь истины. Здесь должны быть аргументы, доказательства из Корана и Сунны. Не должен один другого перебивать, его мнение слушать. Но бывает диспут, который человек вот так невежды начинает спорить и так далее. Он прочитал там один хадис и хочет там свое мнение привязать другое. Хотя есть там разногласия в каком-то вопросе. Или, может быть, он сам еще не понял. И когда ему уже было доказано, он все равно упрямится и стоит на этом. Вот это вот высокомерие. Но если и также человеку, если объясняет, и он понял, что да, он тут не прав, и все равно на самом стоит, вот это высокомерие. Это не... Верующий он не должен быть таковым. Не должен быть упрямым таким, да, вот как... Чтобы вот так и все, потому что я так. Нет, кто мы такие? Аллах, субхану ва тааля, как сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мы это должны брать. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, описывая неверующих, в Коране сказал, «Валяки ля тухиббуна насихин». Вы не любите тех, кто вам делает наставления, описывая неверующих. Это из цитатов, из описания неверующих. Они не любят, когда им делают наставления. Но тот тоже, кто делает наставления, тоже должен его правильно делать, с мудростью. Не при людях, не чтобы унизить, не чтобы опозорить, а наедине как-то сделать ему, так скажем, ради Аллаха. Вот опять же, тот, кто делает наставление, можно увидеть, то есть он делает это ради Аллаха или ради чего-то. Если он там как выскочка выкрикивает, то это не наставление. Он должен, альхамдулля, красиво сделать наставление. Знаете, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда делал наставление Муазу ибн Джабару, он что, когда его отправлял, перед тем, как его сделать наставление, он ему сказал, «Валлахи ля ухиббука я Муаз! Валлахи ля ухиббука я Муаз! Валлахи ля ухиббука я Муаз!» Три раза сказал, «Валлахи, я тебя люблю, Муаз! Валлахи, я тебя люблю, Муаз! Валлахи, я тебя люблю, Муаз!» Посланник Аллаха сказал Муаз бин Джабель, когда отправлял его. Потом уже давал наставление. Каково сердце Муаза бин Джабеля? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему говорит, «Я тебя люблю!» Три раза сказал ему. Конечно, он будет слушать все, что он ему сказал. Нужно делать с мягкостью, с мудростью, призывать ко Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. И это те рабы милости Аллаха, которые говорят, о наш Господь, даруй нам из наших супруг, и из наших детей, из нашего потомства то, что будет радовать наш глаз. И сделай нас примером для богобоязненных. Сделай нас примерами для богобоязненных. То есть имеется в виду, верующий просит дуа за свою супругу. Жена просит своего мужа дуа. За своих детей верующий должен просить. Ибрахим, алейхиссалям, просил, «Рабби хабли минас салихин». «О мой Господь, дай мне, даруй мне из праведных детей». Закария делал дуа, «Фахабли милладунка валия». То есть делал свое потомство, свое ребенка. Рабби джаали мукима, Ибрахим алейхиссалям, Рабби джаали мукима ас-салати ва мин зурриати раббана ва такаббал дуа. О Аллах, сделай меня из тех, кто выставит молитву, и чтобы мое потомство выставило молитву. И прими наше дуа. Даже если, альхамдулилля, наши дети хафиза Кур'ана, все равно мы должны делать за них дуа. И даже если они на прямом пути, все равно должны просить за них. Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: "Я юхаллазина аману амину". О верующие, уверуйте. То есть сдаду иманан, чтобы у вас еще больше был иман. Поэтому верующий, он должен просить за свое потомство, за свою семью, за свою супругу, супруга за своего мужа. Вот именно это из сифатов, из именно таких вот качеств верующих рабов, милости Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. То есть сделай нас примерами, здесь не просто примерами для людей, а примерами для богобоязненных. То есть имеется в виду мужчины там,
пораньше должен я сделать, пораньше прийти, на, например, на пятничную молитву, в первый ряд занять, чтобы я был примером для богобоязненных, чтобы они тоже брали пример, тоже, чтобы все спешили. Хатта акуна иктидая, то есть в благих делах спешить, альхамдулилля, там садака дать там, нуждающимся, там, брата позвать, чтобы я тоже был примером в этом, чтобы он тоже за мной последовал. То есть лиль муттакина имама. Аллах субхану ва тааля в Коране говорит: «Джаална минху айматан яхдуна би амрина ламма сабару». То есть Всевышний Аллах субхану ва тааля сделал из пророков именно аимма, именно примерами, имамами, которые для верующих, для терпеливых людей, когда они проявляли сабр, когда проявляли терпение. То же самое мы должны быть примером для богобоязненных. Есть другие примеры для тех, кто идут в ад, для грешников. «Ваджаальна минхум аимматан ядуна иля ан-нар». Всевышний Аллах субхану ва тааля сказал: «Из неверующих я сделал примером тех, которые призывают других в огонь». Это те, которые... Человек пример для плохого, который там, например... Кто-то, например, курит сигарету перед своими детьми. Харам курить, но когда открыто делаешь, еще больше харам. И ты пример для своего ребенка, он тоже вырастет, тоже будет курить. И когда он вырастет, ты скажешь: «Сынок, почему ты куришь там? Папа, это же нельзя же, сынок. Папа, ну ты же курил, когда я маленький был, я вот от тебя и научился». Как будет стыдно отцу в этот момент? Или какой-то плохой пример показывает там другим. И радуется этим еще, и хвастается этим своими грехами. Астагфирулла. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Куллю умматин муафан илля аль-муджахирун». Аллах всем простит, кроме тем, которые на показ выставляют свои грехи и радуются своими грехами. «Вчера я такой-то грех совершил, вчера я такое-то сделал, а я такого-то обманул, он даже не понял, что я ему там дороже продал, ха-ха-ха, там смеется, астагфирулла». Ты грех совершил, предал, ты должен каяться, просить у Аллаха прощения. Не должен радоваться грехом. Должен именно каяться и сожалеть об этом, и возвращаться к Аллаху, субхану ва тааля. И после этого, уважаемые братья и сестры, когда вот это Всевышний Аллах субхану ва тааля описал вот эти качества рабов милости в Аллаху субхану ва тааля, Всевышний сказал: «Улаика юджзауна аль-гурфата бима сабару ва юлаккауна фиха тахиятан ва салама». Те, говорит Всевышний Аллах, кто вот этих все качества соберет себе и отдалиться вот от того, что Аллах запретил, вот в этих, о чем мы сейчас с вами говорили в этих аятах, это те, которые достигнут высших степеней в раю. Гуров – это именно такие большие, великие степени в раю. И всегда их там будут встречать с тахия, с васаляма, то есть с приветствием. То есть ангелы будут всегда с ними здороваться. То есть прекрасная райская обитель. Халидина фиха, вечно они там пробудут. Хасунат мустакарра ва мукана. Как прекрасно это вечное место пребывания. То есть красивее рая нету. Если мы до этого говорили, хуже ада ничего нету, то лучше рая ничего нету. И в конце этой суры Всевышний Аллах субхану говорит в 77-м аяте: «Куль ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум факад каззабтум фасауфа якуну лизама». «Куль», скажи, Мухаммад, «ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум». Мой Господь на вас внимание даже не обратит, если вы не будете просить у него дуа. Знаете, человек, когда у него кто-то что-то спрашивает часто, ему надоедает. Но когда раб Аллаха спрашивает постоянно у Аллаха, Аллах субхану ва тааля еще больше этого любит, раба. И любит, Аллах любит, когда к нему обращается. Аллах субхану ва тааля любит, когда у него просят дуа. Поэтому скажи, Мухаммад, если вы не будете просить дуа, тогда Аллах субхану ва тааля на вас даже внимание не обратит. Яни, как будто вы ничто без дуа, без обращения ко Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Факад каззабтум фасауфа якуну лизама. Есть из людей, которые не поверили во все в это, сочли это все ложным. И это будет прикреплено к ним, вот это то, что они сочли ложью в судный день. Аллах субхану ва тааля, то есть полностью за них, у них за это спросит. Дай Аллах субхану ва тааля, уважаемые братья и сестры, чтобы мы были из искренних, истинных рабов милости Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Чтобы чем больше нам с вами Аллах субхану ва тааля давал своей милости и показывал, тем мы больше бы смогли бы благодарить Аллаха субхану ва тааля и ближе быть к Аллаху субхану ва тааля. Иногда, знаете, человек просит у Аллаха субхану ва тааля что-то: «О Аллах, дай мне работу хорошую». Аллах дает ему работу: «Дай мне такую-то должность». Аллах дает, и уже видишь, что человек меньше там в мечети начинает появляться, меньше начинает благодарить Аллаха субхану ва тааля, хотя наоборот должен больше благодарить Аллаха за это. Ты просил Аллаха субхану ва тааля, Аллах тебе дал, благодари его еще больше. Поэтому чем больше Аллах субхану ва тааля открывает из своих милостей
милости, тем больше раб Аллаха должен приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля. И не забывать то, что это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Милость Аллах по своей милости только это дал. Аллах Субхану ва Тааля по своей милости избрал это для него, выбрал это для него. И дабы мы были из числа благодарных людей. И благодарные люди – это те самые первые люди, которые зайдут в райскую обитель. Прошу Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы были из этих людей. Прошу Аллах Субхану ва Тааля, чтобы принял от нас и от вас поклонение, посты. Сейчас пойдемте читать таравих, кьям. Просим дуа, иншаллах. Вы за нас просите, мы за вас просим. За всех близких, родственников просите, за тех, кто ушли из этой жизни, за всю умму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы ан якшиф аль-гумма ан уммати Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы Аллах забрал вот эти, то, что сейчас происходит в мире, вот эти вот болезни от уммы, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, всего человечества, чтобы Аллах вел нас прямым путем, и как в этой жизни нас вместе собирает Всевышний Аллах, субхану ва тааля, чтобы вместе быть вечным фирдаус аль-а'ля. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته